3 сентября 2008 года в жаркой Кении выпал снег, чему местные жители были несказанно рады. Это случилось в деревушке Ноахуруру. В РУДН в настоящее время обучается 6 студентов из Кении. Могу сказать, что я люблю РУДН, потому что здесь у нас дружба народов вообще совсем нормально здесь. И тоже народ тут, они заботливы тоже.